Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні підіб'ємо підсумки святкування Дня Перемоги. У масових заходах по всій країні взяли участь понад 700 тисяч людей, а таких заходів було близько 1500. Сьогодні в нашій студії екс-народний депутат України Дмитро Волошенков. Вітаємо, Дмитро Борисовичу. Також депутати міської ради Олексій Кісловський, депутат від Української морської партії Сергія Ківалова. Вітаємо, Олексію. А також Олексій Горін, також депутат міської ради. Добре. Вітаємо. Дмитро, вам перше питання, взагалі про враження від святкування. Все пройшло без грубих нарушень, але все ж таки були десь спроби, можливо, провокації під час заходу безсмертного полка на Алею Слави. Але все ж таки вдалося зберегти спокій в місті та в цілому по країні. Як ви вважаєте? Ну, я могу сказать, как человек, который непосредственно 9 мая, День Победы, традиционно был на Аллее Славы, я хочу, пользуясь случаем, обратиться к своим землякам, к жителям Одессы, Одесской области и тем гостям города, которые 9 мая, в День Победы, вышли к мемориалу памятнику неизвестного матроса, возложили цветы в память о подвиге советского солдата, которые были на 10 апреля, и по другим мемориалам, которых достаточно много, и в городе Одессе, и Одесской области. И поэтому вот как бы дух победы, дух уважения к памяти, естественно, он присутствует и должен сказать, что с каждым годом он набирает все большие обороты. И мне кажется, что здесь очень точное подойдет высказывание, что это происходит не благодаря, а вопреки. Я очень хорошо помню события до 2014 года, и я уже рассказывал вам перед началом эфира, вспоминал о том, что мы поднимали копию флага Победы перед зданием областной администрации, и никто никого там не стращал по поводу того, в какой форме нужно быть и с какими ленточками надо приходить, но количество людей было меньше. А сейчас, вопреки вот такой циничной политике, которую проводила сграя политической шпаны, которая занималась руководством страны вот до недавнего времени, естественно, у людей это начало вызывать естественную обратную реакцию и благородный гнев. Поэтому такое большое количество людей, такое большое количество цветов, целый ряд общественных различных инициатив, там мы сегодня будем, наверное, вспоминать и акцию «Бессмертный полк», и целый ряд других проектов. Здесь, в принципе, все зависит от того, человек сам выбирает, в каком формате он отмечает этот день. Радость со слезами на глазах, да, огромная цена, мы об этом уже много раз говорили, о десятках миллионов жертв и обо всех остальных моментах, которые коснулись каждой семьи на Украине. Но основной момент для меня, оба деда прошли через Великую Отечественную войну. Победа над, скажем так, превалированием одной нации над другой, это однозначный, ну, такой факт, который никто не оспаривает. И это один из моментов, о которых нужно говорить. Признаюсь честно, мій прадід також, на жаль, загинув під час Великої Вітчизняної під Будапештом, він був капітаном. Світла пам'ять. Так, і дякую. І все ж таки дуже приємно, що Одеса стала одним з найлюдяніших міст, де найбільше, наймасовіші були заходи, найбільша кількість людей на Алеї Слави. Дуже цікаво ваше враження, Олексію. Якщо ви бачили, якщо спілкувалися із ветеранами, із, можливо, діти війни, можливо, родичі, які втратили рідних під час Великої Вітчизняної, які враження від святкування? Спасибо за вопрос. Праздник действительно великий. И соглашусь, людей и правду было больше. И с каждым годом людей на Аллее Славы все больше и больше и больше. Цветов растет, количество тоже, огромное количество цветов. И вот что самое интересное, как за последние 5 лет власть не старалась этот праздник забыть, заставить забыть его, его люди не забывают. И слава Богу. Потому что то, что истина, оно всегда остается в памяти, оно его никогда не забудет. Праздник, который нам пытаются навязать 8 мая, День примирения, это европейский праздник. И не совсем он наш, потому что мы потомки победителей. У каждого из нас дедушки, бабушки воевали на войне. И с таким трудом завоевали для нас благополучие и мирное небо.
И вот знаете, вот я тоже некоторым людям, которые говорят, что вот есть День примирения, это правильный праздник. Я говорю, хорошо, День примирения, но только давайте помнить, кто всех помирил, так, по-честному. А помирили, всех помирил советский солдат. И самое интересное, что для них мы были все советские солдаты. А у нас на фронте воевали и русские, и украинцы, и белорусы, и казахи. Все были под одними знаменами, и все освобождали эти территории. А если уже брать конкретно Украину, которая получила колоссальное разрушение и огромное количество понесла человеческих жертв, то это наш праздник вообще вдвойне. И если даже кто-то считает, что мы не должны его праздновать, потому что его празднуют в Москве, я точно так же отвечу, что это праздник общий, и все в него внесли вклад. Мы имеем право на эту победу, на честь от этой победы не меньше, чем другие народы бывшего Советского Союза, а может быть даже и больше. Поэтому забывать его мы ни в коем случае не должны. И я надеюсь, что следующие все праздники, все Дни Победы, которые у нас будут впереди, мы всегда будем начать так же. Мы с фракцией, с Сергеем Васильевичем Кивалом тоже всегда присутствуем на Аллее Славы, на возложении цветов, на площади 10 апреля. И всегда встречаемся с ветеранами, всех поздравляем. Их, к сожалению, все меньше и меньше, но они еще остались. Еще есть дети войны. И, конечно же, в этот праздник всегда всех поздравляем. И я вот еще тоже скажу на заметку, что Франция, Бельгия и Голландия продержались в обороне против Гитлера, все вместе взятые, меньше, чем наш дорогой город-герой Одесса. И я думаю, что это заслуживает уважения. И об этом должны помнить все. И мы, и Европа, и все наши соседи. Дуже дякую. Олексій, вам також питання з приводу. Ну, по-перше, знаємо, що безпеку в Україні взагалом забезпечували вчора майже 22 тисячі правоохоронців, з них 19 тисяч поліцейських та 2,5 тисячі нацгвардійців. Дуже приємно, що все пройшло без грубих порушень, але все ж таки, як ми вже казали, під час безсмертного полку група людей вийшла з плакатами, скажімо так, людей, яких ну, не дуже було приємно бачити людям з безсмертного полку, ваше відношення до цього. Там були плакати Шухевича, Бандери. Тобто, чи повинні вони були саме в цей час робити? Чи можливо це розцінювати як можливу провокацію? Однозначно, це, звісно, була провокація. Я вважаю, це просто як останній агонія у людей. В основній масі на них навіть ніхто не звернув увагу. Понимаете, вчера действительно были грандиозные празднования этого великого дня. Я хочу просто напомнить, что мы как бы все выходцы из Советского Союза, и мы воспитаны в тех традициях. Даже последние 20 лет независимости этот праздник был тоже для нас всегда значимым, он всегда был поддерживаем со стороны власти. Только последние 5 лет, к сожалению, здесь стали называть черное белым, а белое черным. Яке взагалі відношення до того, що прирівнюють героїв Великої Вітчизняної до героїв УПА? Я сначала хочу обратить внимание по поводу вопроса празднования 9 и 8 мая. Ведь в те далекие времена с фашистской ордой сражалась огромная великая страна. Боролся весь многонациональный народ. И только благодаря совместным усилиям была достигнута та победа, спасение нашего Отечества, что потом определило исход Второй мировой войны. Поэтому для нас, как показала численность на 8 и на 9 мая, конечно, прежде всего мы ценим 9 мая. Это день победы в Великой Отечественной войне. А уже как вариант 8 мая, действительно, мы можем тоже почтить память погибших, кто отдал жизнь в рамках европейского... И все ж таки, до питання з героя Великої Вітчизняної та героя УПА. Чи можливо ставити знак рівенства? Ну, я считаю, что это, конечно, просто недопустимо. Кто такие воины УПА? Это повстанческая армия, которая, основной целью которой было создание восстания во время проведения войны, Второй мировой войны, для отделения, создания украинского государства, основанного на этнических землях. И после прихода советской власти, установления советской власти в тех регионах, эта армия продолжала вести подпольную борьбу против должностных лиц, командиров и так далее,
идя вразрез с политикой того времени. Поэтому, приравнивая воинов УПА к воинам Великой Отечественной войны, я считаю, это просто недопустимо. Это кощунство даже. Дякую. Дмитро Борисович, вам також питання. Ну, спочатку, вже, якщо вже почали говорити про таке знак рівенства, знов-таки повертаючись до групи людей, які з плакатами виходили перед безсмертним полком. І ще про 8 та 9 травня ви дуже цікаву річ ще перед ефіром сказали про те, що є таке питання до часу, коли підписали саме цю угоду, і тому що в Радянському Союзі це було вже 0 годин 45 хвилин 9 травня. 43 минути. Так, 43 хвилини, так. Отже, ну, давайте по ходу. Ви задали, починаючи, задали перший вопрос относительно, скажем, событий, которые происходили 9 мая на Аллее Славы, связанные с тем, что там появилась группа людей с изображениями, скажем, представителей ОУН-УПА. Естественно, эту акцию правильно назвать, она на всех языках будет называться провокацией. Хотя бы потому, что эти, скажем, если даже какая-то будет придумана аргументативная база, скажем, с той стороны инициаторов этой провокации, то люди, которые шли по Аллее Славы, это люди, которые несут портреты своих родственников, ну, большей частью, это дедушки либо прадедушки. Эти, скажем, персонажи, которые придумали это мероприятие, они продолжают как бы создавать и такое острое противостояние, используя, ну, уже, наверное, даже, ну, будем говорить откровенно, у нас очень низкий уровень знания истории, и тому есть объективные и субъективные факторы. Но уже этих персонажей, с фотографиями которых они были, уже знает большинство, благодаря тому, что сегодня есть интернет, сегодня можно там получить ту или иную информацию, хотя она тоже большей частью искажена. Поэтому это мое отношение к этому событию. То, что касается 8-9 числа, то у меня, может быть, потому что я хочу поблагодарить своих учителей истории еще, скажем, со школьной программы, у меня никогда не было никаких внутренних диссонансов между двумя понятиями «Великая Отечественная война» и «Вторая мировая война». Потому что я, когда пытаюсь дискутировать, если получается, с теми людьми, которые, скажем, исповедуют другую точку зрения, я касаюсь африканской кампании, там, генерала Роммеля, и для меня это будет Вторая мировая война, потому что Великая Отечественная, когда мы говорим о той территории, которая сражалась против фашистской агрессии, и это наша земля была, это освобождение Одессы для меня, это Великая Отечественная война, ну и многое другое. Это воспринимается нормально на генетическом уровне. Вторая мировая война началась в 1939 году, Великая Отечественная началась в 1941. Вторая мировая война, можно считать с точки зрения абсолютного отношения там, ко всем военно-политическим моментам, закончилась моментом капитуляции Японии, а это уже было 2 сентября 1945 года, а не 9 мая. Если говорить о подписании безоговорочной капитуляции, документ, который был подписан в Карлхорсте, то он был подписан по московскому времени, когда подписывал Жуков, 00 часов 43 минуты. А в Германии, где происходило это событие, еще было 8 мая. И какие-то спекуляции по поводу 7 числа, они тоже безосновательны, если их обсуждать в, скажем, среде экспертной, потому что 7-го тоже был подписан документ, но он не соответствовал соблюдению военного протокола, потому что со стороны нацистской Германии присутствовал только один представитель, а было абсолютное требование, чтобы были представители и ВВС, Люфтваффе, и военно-морских сил, Кригсмарины, Вермахта, поэтому здесь к этому документу, ну, сложно придраться даже самому там иезуитски настроенному там, провокатору, например. Поэтому у меня по этому поводу достаточно четкое мнение, и я в этих спорах искусственных, которые сегодня рождаются в угоду политической конъюнктуре, все время спокойно пытаюсь говорить с этими людьми, приводя те факты, которые я знаю, и я же говорю, начиная со школьной программы и заканчивая уже сегодня непосредственно там зоной своих интересов, которые связаны с изучением военной истории. Дуже дякую за такий історичний ликбез, цікавий. Олексій, вам питання, ви вже дуже правильні речі сказали про ветеранів, про те, що вони потребують сьогодні насправді і уваги, і підтримки, і насправді, що б хотілося ще змінити в кращу сторону для того, щоб
тих ветеранів, яких залишається все менше і менше, на жаль, з кожним роком. Але все ж таки не кожен може, не учасник бойових дій, на жаль, навіть 9 травня опинитися на Алеї Слави через стан здоров'я. Наскільки важливо сьогодні забезпечити їм і лікування, і взагалі, щоб вони мали можливість ділитися досвідом і ці традиції, ділитися з молоддю саме? Я вас понял. Ну, смотрите, во-первых, что необходимо сделать от нас, это не оскорблять их память. Потому что все те провокации, которые происходят с участниками митингов представителей УПА, вы представляете, вот это мы, которые знаем историю, для нас это неприятно, обидно. А каково им, этим ветеранам, которые когда-то сражались против них? Ну, поэтому я говорю, что в первую очередь не оскорблять их память. По поводу того, что многие не могут добраться, да, к сожалению, так и есть. Поэтому сегодня, на самом деле, многие политические лидеры и политические силы, депутаты, мы, в частности, Сергей Васильевич Кивалов, очень часто посещают ветеранов, которые не могут выбраться в этот праздник на Аллею Славы. Мы обязательно их поздравляем цветами, всегда пытаемся помочь всеми силами. На сегодняшний день ветеранов очень мало. Слава Богу, находятся политики и общественные деятели, которые помогают. Кто-то продуктами, кто-то какой-то заботой, кто-то какой-то другой помощью. Городской совет, в свою очередь, тоже выделяет и доплаты, и финансовую поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Государство, к сожалению, ну, я считаю, недостаточно заботиться о них, потому что пенсия, даже военная, даже со всеми выслугами, у них достаточно маленькая. Коммунальные услуги, как мы знаем, все достаточно большие. И эти люди, вот, они не требуют чего-то особенного. Им необходимо, в первую очередь, какое-то внимание и какая-то самая минимальная помощь хотя бы. И самое главное, чтобы о них не забывали. Поэтому я думаю, что если мы будем помнить, то они всегда будут жить. Дякую, дякую. І, Олексій, також питання до вас. Ми вже говорили про те, що є цільова програма по таким єдиноразовим виплатам ветеранам перед 9 травня. Чи вистачає цього, та чи яка ще підтримка потрібна саме від влади, від те, що тільки що ваш колега казав, про те, що це повинна бути така масштабна підтримка, можливо? Я считаю, что поддержка должна быть, конечно, всесторонняя, со стороны государства в особенности и со стороны местных советов. Но эта помощь должна не носить временный характер на 9 мая, она должна быть постоянна и систематична. Тогда будут ветераны окружены вниманием, это прежде всего, что им нужно. Угу. Дякую. И, Дмитро, вам також, я знаю, что вы також є членом громадської організації Одеської обласної ради ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів. І повинно не тільки пам'ятати ветеранів Великої Вітчизняної, але ветеранів різних подій, різних локальних воєн. Їх також багато. І також це при перерахунку військових пенсій також є дуже великі проблеми зараз, ми знаємо. Спасибо вам, вы затронули такую тему. Я с большим уважением отношусь к ветеранам разных войн, и для меня была большая честь, когда в 2011 году представители руководства общественной организации Союз ветеранов Афганистана и воинов-интернационалистов предложили мне присоединиться к их работе в качестве уже непосредственного члена правления. Я с уважением к этому отношусь и стараюсь всячески оказывать посильную помощь, поддержку. И очень часто по возможности принимаю участие в их мероприятиях. И здесь я хотел бы коснуться еще одного момента, который, ну, скажем, носит такой для меня очень глубокий и неприятный характер. Я, ну, как, наверное, и многие среди здесь сидящих, я веду свою страницу в социальных сетях, и иногда там попадают фотографии с мероприятий. Но я все чаще наблюдаю, что у нас, скажем, уровень культуры отношения к вопросу ветеранскому, он требует, конечно, серьезной работы и, ну, скажем, более высокого уровня. То есть, когда в комментариях под фотографиями ветеранов, воинов-интернационалистов пишут, что это за ветераны, сколько им лет было, когда была Великая Отечественная война, но это вызывает у меня такое, знаете,
ну, такой, не то что да, это уже близко к гневу такому, потому что я был свидетелем таких же вопросов и 9 мая. Причем для меня удивительно, когда такие вопросы задают люди не просто там подготовленные провокаторы, а когда такие вопросы задают люди, которые сегодня являются сотрудниками правоохранительных органов. Потому что у нас есть общественные организации в Одессе в том числе, которые не были участниками Великой Отечественной войны, но это никак не снимает, потому что понятие ветеран по своей сути, оно ведь имеет более глубокий характер. Есть ветераны, воины-интернационалисты, ветераны вооруженных сил СССР. И эти общественные организации, они собираются, у них есть свои, как сегодня модно говорить, локации. Там я был, имел честь присутствовать на мероприятии в Парке Победы, где традиционно собираются представители, скажем, большая часть служивших в советское время, сотрудники нашего округа Южного оперативного командования. К ним тоже подходили с таким вопросом. Говорят, а вы какие вы ветераны, вы молодо выглядите. И вот эти все моменты, они, конечно, требуют ну, какого-то более такого, знаете, и более широкой огласки. И, наверное, об этом стоит больше говорить в средствах массовой информации. Приглашать этих людей. Ведь мы утратили эту пуповину взаимосвязи между поколениями. Раньше были встречи с молодежью. У нас работало военно-историческое общество в Одессе, которое уже давно не функционирует, потому что те люди, которые временно, надеюсь, обличены званиями там, различных чиновников муниципалитета, они в силу политических шпагатов не знают, кому примкнуть, и не оказывают поддержки и помощи. Поэтому вот это нужно делать, и об этом нужно говорить. Ну и скажу вам последний, может быть, такой штрих по памяти из 9 мая, когда я со своим товарищем, уже после того, когда основная масса людей отошла от памятника, от стелы на 10 апреля, он пришел со своим сыном, ну, ребенку, может быть, там, до 10 лет. И попросил меня, чтобы я их сфотографировал. И в момент, когда я делал фотографию, у них дома хранится пилотка. Ну, это, да, такая, как бы, у нас у многих есть такие семейные реликвии, и вполне нормально, он захотел, чтобы его сын с этой пилоткой деда был сфотографирован возле памятника. И тут же сотрудники правоохранительных органов подошли и сделали замечание, потому что они увидели, что на пилотке есть звездочка. Вот этот момент... Ну, это уже доходит до такого якогось незрозумілого. Я понимаю, что, может быть, у них... И внутренний настрой совершенно не благоприятствует такому поведению, но они вынуждены действовать в рамках, скажем, того идиотизма законодательного, который изрыгивает пока еще там действующая власть. Но внутренне это создает, ну, очень такие глубокие чувства, и этот негатив очень тяжело скрывать под воспитанностью и дипломатией. Скажу, що я також став свідком дуже такої бентежної ситуації, коли до знайомої, до доньки моєї знайомої підійшли і зробили таке зауваження через те, що в неї курточка така, ну, скажімо, цвіт схожий на георгіївську стрічку. Колір. Ну, уявляєте собі, стрічка. До чого це доходить. Дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Спасибо. Ще раз вітаємо з Великим Днем Перемоги. Бажаємо, міцного здоров'я усім ветеранам. Сьогодні в нашій студії депутати міської ради Олексій Горін та Олексій Кисловський, депутат міської ради від Української морської партії Сергія Ківалова. Дякуємо. А також екс-народний депутат та член президіуму Одеської обласної ради ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів Дмитро Волошенков. Дякуємо. Мене звуть Дмитро Богомолов. Залишайтеся з нами.